Расскажи, что у вас здесь происходит в вашем доме? В нашем доме сегодня происходит два мастер-класса. Мастер-класс Натальи – это по изготовлению птицы счастья, синей птицы. И мы с Женей рисуем, те, кто совсем ничего не могут. Но нарисовать могут пейзаж. Да, акварелька, поэтому сейчас вот здесь рисуем с девчонками. И очень счастлива. Конечно, такого котика тоже постараемся нарисовать. Очень бы хотела. И кажется, ничего, кроме домика и елочки, ничего. И забор еще, правда, и домик с трубой. Казалось, ничего не можешь нарисовать. Оказывается, еще можешь и дерево нарисовать, и котика еще. Мы рады, Женечка. Добрый день. Добрый день. Как, есть таланты, среди наших? Есть. Все талантливые очень. Пейзажи пишут. Котиков рисовать собираются. Вы посмотрите, какая красота. Можно ваш рисуночек, пожалуйста? И посмотрите, у всех все получилось. У всех. Какая красота.